Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов «Неизвестный мастер». Ваза с изображением сцены жизни воина Минамото Исидзунэя около 1880 года, слоновая кость, серебряная облицовка, сплав на основе меди и золота, высота 53. Ваза была выполнена по заказу японского правительства в период кризиса производства предметов из слоновой кости, связанного с возросшей популярностью западной техники литья. Изделие украшено высоким причудливым рельефом и помещено в подставку из бронзы и серебра. Массивное, но сложное по композиции, оно поражает великолепием отделки и высоким уровнем мастерства в комбинации и обработке различных материалов. На вазе изображена сцена из жизни Минамото Исидзунэя. Он восседает на коне в окружении своих верных слуг. Все они идут в сторону бушующего моря. Порывы свирепствующего ветра высечены у воинов над головами, а волны, обозначенные внизу, у основания. Автор запечатлел драматический эпизод из летописи XII века, когда доблестный Исидзунэя готовится покинуть страну морским путем, будучи оскорбленным своим братом Иритомо, добившимся верховенства Японии благодаря его заслугам. Преследуемый правительством Исидзунэя впоследствии покончил жизнь самоубийством. Вот такое описание к работе ваза с изображением сцены из жизни воина Минамото Исидзунэя около 1880 года из слоновой кости с серебряной облицовкой. Я нашел в интернете текст по книге «Великий музей мира». До свидания.